от имени мужского рода. Хочу признаться без затей, что женщина – чудо природы, начало всех земных путей. Вы современны и активны, семью содержите порой, нежны, добры и позитивны, зажжете всех своей искрой. Сегодня есть хороший повод любовь вам выразить свою. В душе ведь каждый очень молод. Я женщин всех подряд люблю. И пусть весенний день 8 подарит счастье, настроение, чтоб вы, светясь, пришли домой, как в свой 20-й день рождения. Сердечных слов немало подыскать. Мужчины благородные могли бы. И мне сегодня хочется сказать то самое извечное спасибо. Спасибо вам за повседневный труд, за то, что вы от нас не отстаете. Об умственной уж я не говорю, но даже и в физической работе. За то, что даже в трудные года, не уступая доблести мужчинам, вы оставались все-таки всегда прекраснейшей нашей половиной.